Всем известная и всеми желанная машина времени оказывается не такая уж и фантастическая. Отправиться в будущее можно в любой момент и совершенно бесплатно. По крайней мере, убедиться, так это или нет, вы можете уже в эти дни. Казань принимает нашумевшую в первой столице выставку немецкого объединения Гельмгольца «Идеи 2020. Путешествие в мир будущего». Первыми пассажирами корабля в завтрашний день стали студенты и школьники Казани. Сегодня перед нами стоят очень важные задачи подготовки кадров для будущей экономики и социальной сферы нашей республики и страны в целом. И очень важно, чтобы работа по подготовке таких кадров высококвалифицированных начиналась со школьной скамьи. Выставка «Идеи 2020» действительно отдаленно напоминает сцены из фантастических фильмов, а некоторые из экспонатов и вовсе кажутся неземными. Например, веселая зеленая композиция в виде горохового стручка изображает многоэтажный дом, а прозрачная боксерская груша символизирует медицину будущего. И, как объяснила нам хранительница выставки, всему есть объяснение. Наша выставка показывает возможность диалога между наукой и обществом. Каждый экспонат – это своего рода ответ на тысячи вопросов от простых людей. Да, многих такие ответы шокируют, но только в таком виде они способны передать, что будущее вполне предсказуемо. Более того, мы программируем его сами. Оценить полет фантазии немецких ученых и сравнить его со своим видением будущего можно вплоть до 15 апреля. Ну а сравнить, кто был ближе к истине, мы сможем уже через 5 лет. Александр Александров, Ленардо Вельтьяров, Универньюз.